Здравствуйте, дорогие друзья. Я Анатолий Семенов. И, как всегда, в это время в эфире программа «Город ТЭС». Вот уже весна пришла, и вместе с весной приходят различные музыкальные праздники. Особенно в этом году они совершенно особенные, потому что приближается великий праздник, 70-летие победы в Великой Отечественной войне. И вот на эту тему серьезно мы сегодня также поговорим с моими уважаемыми, юными и чуть постарше гостями. Так представляю. Не первый раз уже сегодня в студии у нас Лев Григорьев, президент, да? Президент международного музыкального проекта «Гилес Коган», город Москва. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно. И юные коллеги наши. В центре у нас Кирилл Антонов. И рядом с ним очень высокий и очень опытный артист Даниил Рахматуллин. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давай с самого юного начнем. Ты какую школу представляешь? Кто ты вообще? Откуда? Я ученик МБУ СОШ номер 35. Я горжусь своей школой. Я люблю мой любимый предмет — музыка. Угу. Мой самый лучший учитель — это, конечно, Григорьев Лев Владимирович. Вот. И мы с ним достигаем, то есть, лучшего. Мы с ним... Я вот на своем стихе, который он мне сам лично написал, вот мы с ним просто идем вперед к цели. Кирилл, а сколько лет ты уже в искусстве? Сколько лет твоей карьеры? В искусстве я только 2 года. 2 года? Да. Ну, в твоем возрасте это... Не страшно. 2 года — это треть жизни. Ага, ну, теперь к Даниилу Рахматуллину переходим. Даниил, ты уже все-таки, я так полагаю, со стажем артист. Артист Рахматуллин представляет что? Какую музыкальную школу? Какую школу? Что ты? Ну, я представляю детскую музыкальную школу номер 4, самарскую, естественно. У меня есть преподаватель, наставник, ее зовут Лариса Викторовна. Фамилия у нее есть? Да, Марковник Лариса Викторовна. Mm-hmm. Очень хороший преподаватель, очень замечательный. И как друг, и наставник, и спасибо огромное. Сколько лет вы уже с ней работаете? Работаем около 5 лет уже вместе. Трудимся, так скажем, грызем гранит науки музыкальной. Спасибо, друзья. Итак, как бы новостной повод, все знают, что это означает. Сегодня, ну, кроме приближающегося Дня Победы, это уже прошедшая, прямо вот совсем недавно, 10-я юбилейная Павловская историческая музыкальная ассамблея «Самарская мелодия». Вот, Лев Владимирович, пару слов о том, как она прошла, а я буду немножко показывать прессу местную, которая была посвящена этому празднику. А вы комментируете и рассказываете, то есть не застываем, а говорим о том... Нет, конечно, я скажу. Вот так я показываю на камеру. Мы долго шли к этой ассамблее, она 10-я, юбилейная. Участвовало 700 человек, то есть это огромное количество. 2 концерта в новом формате дали. Если раньше мы проводили ассамблеи, вот находили стационарную площадку, то теперь мы все сели торжественно в автобус, поехали по всему городу. Это был первый музыкальный автобус в Самаре, историческое событие. Поэтому у нас ассамблея называют «Исторические музыкальные Павловские». Ну и кроме того, конечно, посвящение, что это 70 лет победы. И, конечно, это год литературы, то есть с викторинами. Вот с одной стороны формат обыкновенный, а с другой стороны, праздничный и весенний. То есть вы учитывали и год литературы, и вот 70-летие победы. То есть вот на стыке вот этих вместе двух. Вот, да. Ага, это важно. Поэтому мы включили художественное слово. То есть у нас же вообще-то его нет как такового. У нас скрипка, виолончель, фортепиано, вокал, инструменты, хор мы можем, хореографию. А вот художественное слово мы так как бы не очень наше. Но 70 лет победы, и не сказать слово об этом нельзя. Но мы сегодня, тем более, оно с художественным словом и прозвучит. Но давайте начнем не с художественного слова, а все-таки с песни. Потому что мы представили нашего гостя Даниила Рахматуллина. И опять же в его исполнении прозвучит песня, которая, ну, конечно, она соответствует теме нашей встречи и приближающемуся празднику. Смотрим фрагмент. Это было, по-моему, записано как раз на 10-й Павловской исторической ассамблее «Самарской мелодии». Фрагмент этого концерта великолепно. Смотрим. Россия моя,
Ну, прекрасная композиция и, я считаю, неплохое исполнение. Вот оцени работу своего коллеги, Кирилл, пожалуйста. Ну, вот вы знаете, мне очень сильно нравится голос Даниила. Его песни. Это просто, знаете, завораживающе. Это не потому, что он рядом с тобой сидит и может тебя ущипнуть, нет? Нет. Реально тебе нравится, да? Да, мне правда вот нравится. Вот он второй раз у нас в проекте, Данил-то. Кирилл-то первый раз, с художественным словом. А вот Данил второй, он филармонию наспел на третьем губернском концерте. И вот мы его включили, нам понравилось, как это звучит, что завораживает действительно. И публика с удовольствием его принимает. Но мы не идем, у нас молодежь, мы на поводу у публики не идем, а мы даем лучшее. И вы стараетесь, наоборот, аудиторию формировать. Да, это правильно, да, для на поводу нельзя никогда идти. В чем еще, вот, друзья мои, вас спрошу, молодых, в чем для вас, ну ты вот второй раз, да, и тем не менее, ты уже можешь сравнивать, как было, как стало. Кирилл первый раз. Что больше всего вам понравилось вот сейчас на нынешнем музыкальном празднике? Кирилл, давай ты. Ну, на празднике мне очень сильно понравилось то, что много было очень людей. Мне, знаете, мне, когда чем больше людей, тем настроение к рассказам, стиха или песни, неважно, у меня начинает подниматься. Да? Да. Значит, ты, в принципе, настоящий артист, потому что именно публика может поднять настроение артиста. Это здорово, это ты сам себя как бы сдал. Мы от городской думы медали им еще вручили за успех на благо Самары. И еще и грамоты дали от департамента культуры. И от международного проекта. И цветы были. И влюбленные взгляды девушек. Только ты, Кирилл, вот одна просьба. Вот Данил уже через это прошел. Он человек более опытный в шоу-бизнесе, да? Не зазнавайся. Даже если тебя вот прямо вот будут хвалить-перехвалить. Правильно, Данил? Это точно. Вот не зазнавайся. Это дальше больше успеешь и больше получится. Дальше пойдешь. Хорошо? Да. Даешь слово? Даю слово. Даю слово. Молодец. А я даю слово сейчас, или даю возможность посмотреть вам в эфире выступление, пусть не моих сегодняшних гостей, но их друзей, товарищей. Сейчас будет прекрасный номер в исполнении Валерии Беспаловой. Смотрим и потом вернемся в студию, чтобы обсудить. Смотрим. Ну, друзья мои, оцените творчество вашей коллеги Валерии. Ну, я считаю, что это очень достойный музыкант, это очень достойная скрипачка, несмотря на свой небольшой, невеликий возраст. Мне кажется, играет великолепно. Сам присутствовал, стоял за кулисами
И то есть воочию все играли наблюдал, у него да? мурашки по коже. Очень-очень. Ну, здорово. Здорово. Лев Владимирович, пару слов о Валерии. Я о Валерии с удовольствием скажу. Сорочинская ярмарка Мусоргского, вообще гопак. Ее многие играют, эту Мусоргскую. Но ее надо сыграть так, как ее написал Мусоргский. Да. Чтобы заводная она, гопак. Вот трепак, гопак, вот это все. Вот у нас настроение. Но эта девочка у нас уже давно в проекте. Откуда она? Она прибрежная, 13-й музыкальной школы. Это далекий край. И вот я, хоть это может быть так... У нас много скрипачей в Самаре, действительно. Но вот она одна, единственная, которая вот сейчас такая солистка, и которую не стыдно. Вот она, кстати, за границей была, и у нее есть хорошие результаты. И сейчас мы едем на Дни Самары в Москве, то есть это вот немножко попозже, и мы ее с удовольствием возьмем. Она будет у Галинского заниматься. А Дни Самары в Москве когда будут? Это будет в сентябре. Вот, потому что в октябре у нас музыкальный автобус, а в ноябре у нас губернский 4-й концерт филармонии. То есть у вас все ходы записаны, у вас все расписано просто. Все, плановое хозяйство в течение многих лет. Отлично. Ну, я показываю еще на камеру еще одну большая, на целую полосу большой материал о нашем сегодняшнем, об одном из наших сегодняшних гостей. Ну, собственно, обо всех, наверное, делах этого проекта я показываю. Сейчас сверну, поудобнее, чтобы было показывать. Показываю. Вот. Главное чудо не телефон или самолет, а талант. И вы видите на фотографии Лев Григорьев. Комментируй, я пожалуйста. Я немножко вот хочу сказать. Начало тут хорошее. Главное чудо не телефон, самолет, а талант. А дальше вот мы не закончили. Но я думаю, может быть, это интрига такая. А дальше должно так. Потому что без таланта не было бы ни телефона, ни самолета. Ни скрипки, вот, да, ни рояля, бы не вообще было, ничего да. не было. Вот да. все дело упирается в талант. Ну и здесь описано, вот как создавался проект. Здесь рассказано обо мне, что у меня вот бабушка фронтовик. Она с Николаем Ниловичем Бурденко работал, нейрохирург. Вот. И я горжусь тем, что вот год 70-летия я смог сказать о своем родственнике, который прошла всю войну и который знает весь город. Ну вот согласишься со мной, что у нас же не первый сегодня эфир, да? Мы несколько лет уже рассказываем об этом проекте. Пусть там были не юбилейные, эти вот ассамблеи, сейчас юбилейная состоялась, но тем не менее потихонечку мы народ напитывали этой информацией. Как? Что, кто уже участвует, многие знают. И многие знают. И благодаря именно ГИСу, вот это один из тех каналов, которые действительно думают о настоящем и будущем нашей молодежи. Потому что у нас молодежный проект, и смотрит именно молодежь, участников тысячи. Ну вот мы сейчас перейдем к самому Льву Григорьеву. Для меня оказалось полнейшей неожиданностью, что он еще и поэт и композитор. Он такой скромный человек, он как-то мне никогда не рассказал, что он работает над кантатами, над другими большими произведениями. И вот сейчас будет фрагмент из кантата, называется «Самара». Опять же, патриотическая тема и наш любимый город, всеми любимый город. Давайте фрагмент посмотрим и потом вернемся в студию. А фрагмент там о любимой школе моей в Самаре. Да? Да. Ну, давайте послушаем. Yeah.
Ну что, вот это был фрагмент премьеры. Ну, Лев Владимирович, у вас телевизионные премьеры, пусть не полного, не полностью произведения, но, ну, во-первых, я хочу вас поблагодарить за вот за такую большую форму, да. Свои формы тоже подарю. Здесь статья о Стинге, и вот этого журнала у вас точно нет. Этого точно нет. Ну вот, значит, читайте, а нам расскажите, пожалуйста, как это было, где это была премьера, что это? Это я осваивал, вообще я у Владимира Львовича Метителло учился, то есть это известный композитор, у Невского учился, и у меня есть даже диплом композитора, и я решил реанимировать себя вот в этом плане, времени нет, и когда я отдыхал вот на Кубе, на берегу Атлантики, в Вородеро, ночью, я ее полностью на компьютере, вот эту часть, «Моя любимая школа», а кантату я решил назвать «Самара». Там будет вечная музыка, и там будет великий город, славный Самара, он дорог нам, и нами он любим. Все стихи все мои, все это отсюда родилось. И, в общем, я доверил вот 9-й музыкальной школе, в которой я учился, моей любимой, там был юбилей. И вот в рамках этой ассамблеи, у нас это совпал, совпали юбилеи, 120 человек, то есть хор огромный, органы должны быть вообще-то, ну, у нас синтезаторы, вот. То есть там имитация звука, конечно, это может быть не тот формат, как вот хотелось бы, но филармония уже заинтересовалась, и мы обязательно это проведем. Вот попозже, когда я уже допишу это произведение полностью. И я думаю, человек 300-400 поставить и грянуть так, чтобы на всю Самару-то прозвучало. Вот. Уж грянут-то грянут, да? Грянут-то грянут со всей мощью. И вот сейчас начало положено именно 9-й музыкальной школой. Ясненько. Ну давай сейчас все-таки... юным предоставим слово, да? Это, тем не менее, поздравляю от всей души, я не знал. И, друг мой, ты вот отсиживаешься, да? Давай, ты обещал нам стихотворение, да. Вот впервые у вас участвует здесь и слово, да? Да. Чтецы. Вот, объяви, вставай. Итак, сейчас перед вами будет выступать Кирилл Антонов. Пожалуйста. Мы... победили в 45-м, и не сдадимся никогда. Ведь та победа в 45-м в сердцах осталась навсегда. Она далась нам болью, с кровью, но мир важнее всего для нас. Ну а зверев фашисты снова грозятся взять родной Донбасс. Фашистов матери родили, любили также их отцы, и в садик тоже их водили, а получились подлецы. Теперь ракеты посылают на сотни мирных городов, детей и женщин убивают, больных старух и стариков. Но силы нет в ракетах этих и в тех, кто сеет зло и смерть, а сила есть в старушках, в детях, прошедших эту круговерть. Фашисты, кажется, забыли, чем кончился для них блицкриг. Потомки нечисти завыли, подняв всемирный злобный крик. Уселись в ради назначенцы на смертоносный огород. Но поднялись ополченцы и защищают свой народ. А вдохновляет их победа, хоть и была она давно, людская память о победе сметет всю нечисть все равно. Еще столетия негодяи про поражение будут ныть, но тем, кого людьми считают, победой нашей не забыть. И есть еще на свете белом те, кто за мир и в бой готов, кто знает, что не только телом отличны люди от скотов. Жива душа победы в людях и бесконечно будет жить. И если кто ее забудет, начнет себе могилу рыть. Напомним пакостникам этим историю на вираже и мирной сей большой планете победе 70 уже. Спасибо деду за победу, сегодня скажет вам любой. Но не забудь его поведать, ведь он закрыл тебя собой. Гордимся мы своей победой, и знаем мы наверняка, она бессмертная, живая и достояние на века.
Молодец. Молодец. Чудно. А кто автор стихов? Автор стихов Григорьев Лев Владимирович. Так, ну, очень много я сегодня узнал о нашем, о вашем руководителе, о моем друге. Ну, здорово, друзья мои. Давайте так мы сделаем. Не отходя от кассы, сразу же вопрос, ну, кратко мне, пожалуйста, ответь, Даниил, как ты все-таки пришел в музыку, и потом я тебя прям подведу к твоей песне. Обещанной. Ну, дело было так, что всю жизнь прожил. До 4 класса занимался боевыми искусствами, любил спорт и переехал с другой стороны в Россию и поступил в учебный колледж. И там преподаватель по музыке Лариса, не помню как вот отчество, все вспоминаю, думаю найти ее. Вот. Открыла во мне талант, что я могу петь, в общем. Вот. Хотя я был ребенок активный, но очень стеснительный, и я вообще не понимаю, как я вот пришел вот к этому сам. И дело пошло вверх, меня начали, так скажем, направлять в нужное русло. Ну, и потом я повстречал Ларису Викторовну спустя время, и мы продолжили. Ну, давай, вот, давай еще раз продемонстрируем, подарим такую в тему. Сейчас у нас месяц апрель? Апрель. Отлично. Давай вот песню про апрель. Давай, бери микрофон и работай. Это наша брендовая песня. Спешит прохладная заря. Листки сорвать с календаря. И долгожданная весна природу будет ото сна и песню света до темна поет она. Большой реки неспешный бег уносит вдаль последний снег. Веселье радостный поток тоску прогонит за порог. Минуты грусти и тревог в короткий срок. Радостный и звенящий, ласковый и манящий, солнечный и блестящий, добрый, настоящий. Свет неземной струится, всем озаряя лица. Тихо звенит хрустальная капель, это в гости к нам спешит апрель. Весны прохлада за стеклом внезапно сменится тепло. Веселье радостный поток тоску прогонит за порог. В минуты грусти и тревог в короткий срок. И наполняют наши сны уже мелодии весны. На струнах лиры нежно лель выводит ласковую трель. Вдали поющая свирель зовет апрель. Радостный и звенящий, ласковый и манящий, солнечный и блестящий, добрый, настоящий. Свет неземной струится, всем озаряя лица. Тихо звенит хрустальная капель, это в гости к нам спешит апрель. Радостный и звенящий, ласковый и манящий, солнечный и блестящий, добрый, настоящий. Свет неземной струится,
всем озаряя лица. Тихо звенит хрустальная капель. Это в гости к нам спешит апрель. Спасибо огромное. Ну, прекрасно, как раз в тему, абсолютно в тему. Итак, друзья мои, я, во-первых, начинаю с Льва Григорьева. Поздравляю с тем, что уже 10-е. Юбилей. Юбилейная ассамблея. Поздравляю с тем вас всех, что она так прекрасно прошла. Поздравляю с тем, что это дело, это великое начинание, оно продолжается, и вы в нем так активно и плодотворно участвуете. Желаю маленьким подрасти и продолжать эту карьеру успешно, удачно. Тем, кто постарше, не зазнаваться и тоже продолжать. И спасибо. Помогать своему руководителю, который, конечно... Много времени, сил и нервов тратит на это. Все очень непросто у нас. И у нас всегда новые ребята. И вот эта вот песня, это брендовая. Она на каждый... Весна. И нам надо показать, что весна. Ну и нам надо еще и серьезные вещи, что победа. Ну у нас еще и год литературы. Mm-hmm. Много mm-hmm. всего. Хотел бы добавить. Вот, у нас времени совсем мало. Но... Льву Владимировичу за такие шансы, что мы ездим выступать. И то, что заметил меня лично. И Кирилла тоже. Молодец. И... поблагодарить свою администрацию школы номер 4. Спасибо вам огромное, что вы меня поверили. Ну, отлично. Итак, это были Кирилл Антонов, Даниил Рахматуллин и Лев Григорьев. Я Анатолий Семенов, ведущий этой передачи. Спасибо вам, друзья, огромное. С весной спасибо вас. Вам. Спасибо, Гиза, и вам спасибо. Спасибо всем за внимание. С победой нас. С победой. Ура.